апельсины делали ватными палочками. Ватную палочку макали в воду и рисовали. А здесь белые снежинки падают, а здесь елка, а здесь дом, крышу тоже падали снежинки. Это я нарисовала методом графики. Это зимний лес. Когда я на него смотрю, я думаю, что на улице зима. Я люблю Новый год, потому что это семейный праздник. Я сделала кошку, потому что кошка – это мое любимое животное. Мы в осенью собирали листы и сделали разные животных. Я сделала бабочку. Мы осенью ходили на улицу и собирали листья. Нам рассказали сказку про бабочку. И я хотел делать бабочку из аппликации, кусочки аппликации бабочку. Just a bit.